Музыка вызывает бурю эмоций и создает настроение, трогает сердца и проникает в души. Чтобы прикоснуться к этой особенной магии, в детской музыкальной школе номер 12 собрались любители музыкального искусства. Педагоги областного центра поделились опытом и раскрыли свои секреты игры на музыкальных инструментах. Мастер-классы проходили одновременно. В этот день можно было послушать советы общения с виолончелью и домрой, насладиться лекцией-концертом детской музыки по произведениям Валерия Гаврилина и посетить много других полезных занятий. Оркестру народных инструментов посчастливилось побывать на творческой встрече с преподавателем Института культуры Эльбрусом Шабаевым. В целом, получается, коллектив есть, живет, у коллектива есть свой исполнительский почерк, есть свои традиции, то есть в целом очень хорошие дети, реагируют на какие-то пожелания, то есть и надо сказать, дети играют с удовольствием, и коллектив очень такой гибкий, то есть они способны многие какие-то исполнительские задачи решать по ходу занятий. Подчеркнул в творчестве с Эльбрусом, занятие было очень интересное, такое плодотворное, контактное. За 30-40 минут они смогли с оркестром найти общий язык с ребятами, да, поэтому достаточно интересно, это было здорово. Поделиться своим богатым опытом, поговорить с детьми и рассказать им об актерской составляющей вокального искусства с удовольствием согласился выпускник детской музыкальной школы номер 12, а теперь заслуженный артист Российской Федерации Константин Голубятников. Навыки сценического мастерства особенно важны для вокалистов сольного и хорового пения, поэтому вопросы от подрастающей смены просто сыпались. Юных вокалистов интересовали незабываемые поездки мастера, его источники вдохновения и, конечно, творчество. Мне очень понравилось с ними общаться, потому что я увидел в их глазах свет, заинтересованность и радость, и неравнодушие к тому делу, которым они занимаются. Я очень рад, что предстал сегодня в родной музыкальной школе совсем в новом амплуа. Концерты, презентации музыкальных сборников, встречи для обмена опытом – это лишь малая часть жизни детской музыкальной школы. После таких встреч ученики проявляют еще большую заинтересованность к музыке и культуре. И, возможно, кто-то из них захочет продолжить музыкальную карьеру и свяжет с творчеством свою жизнь. Елена Беляева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.